Добрый день. Начало августа 2016 года. Представляю вам маленький видеоролик о следующем сборе урожая томатов премиум класса для сегмента рынка ресторан, кафе, богатый офис. Вот представляю вам новейшую сливку Айдар. Крупную, плотную, красивенную, с вот таким вот прекрасным носиком, очень интересным. Значит, сливка хороша для потребления в свежем виде, для салатов, сальсы, томат-пасты и так далее. Далее наш гвоздь сезона — это микс ассорти салаты, томаты для использования в салатах. Значит, мы готовим вот такие вот отгрузки, соединяя томаты различных сортов и различных видов на любой вкус. Присутствуют розовые томаты, присутствуют томаты черные, лимонные, оранжевые, красные биф-томаты. Это продукция высочайшего качества, очень вкусная. Очень вкусно, сладкое. Тихо! Сладкое. Прекрасно, пользуется прекрасным спросом. Далее идет розовоплодный томат. В основном сорта Тамимару Мучи. Значит, он у нас классифицируется как розовый супермаркет. Такой вот он красивенный, весь отборный, очень сладкий, вкусный. Не сравнится с тепличным, калиновским, супермаркетовским помидором. Попробуйте, оцените это качество. И далее вот идет блочный перец Мадонна. Значит, он у нас сейчас восковой спелости. Вот такой прекрасный вид у него, лимонно-желтый цвет. Когда он достигает уже полной биологической зрелости, то он приобретает вот такой вот красный, красноватый оттенок. Очень толстые стенки, очень сочный. Аромат просто сумасшедший. Ну, весьма-весьма достойный продукт. Вот такие вот наши достижения в томатоводстве. Просим делать заявки. До свидания.